Сосед, ты же как-то узаконил свою пристройку? Мне вот тоже надо оформить документы на гараж. Не знаешь, какой там порядок? Да я же почти полгода оформлял эти документы. Сколько бегал. Там, знаешь, у каждого свой порядок. Нет четкого единого порядка. Теперь порядок есть. 19 мая вступил в силу новый закон об основах административной деятельности и административных процедурах. По этому закону все государственные органы действуют как единый организм по единым правилам, процедурам и принципам. Теперь государственный орган обязан принять любое заявление гражданина, даже если оно составлено с ошибками, и помочь оформить это заявление. И ваши заявления должны рассматривать не более 30 рабочих дней. По новому закону любое решение госорганов обжалуется в досудебном порядке. Суд отныне крайняя мера. Слышал, сосед? Теперь закон на нашей стороне. Знайте свои права. Государственные органы должны работать в интересах общества и каждого лица. Узнайте больше на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики.